или, может быть, кухней. Там еще кран с обратной стороны заехал. Ну я вот там понятен, вот что-то вот какой-то. Я тоже как раз из подъезда выходила. Дай бог, чтобы никого там не было. Мне кажется, никого нет. Я же будни день. Ну да. А дети одни вот кто в школе, господи. Но это не кухня. Это не, это, наверное, комната. Я не знаю. У нас хотя бы балкон с кухней соединен. Это вторая квартира уже горит. Кошмар. Они что-то не могли долго проехать сюда. Да, 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 стояли долго. И толкали бы эти машины еще. Кошмар. Там, наверное, кто-то закрывал проезд этому крану. Быстро. Да не быстро, уже сколько времени прошло. Нет, поднимается так быстро. Ой-ой, уезжай, что-то белое поводило. А белое это что, пластик? Да. И черный пластик. Вначале черный валилась. Да, 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 я вот тоже белый. Видела. А, наверное, душит с этого. А, с точно, подъезда. Из подъезда. Да, точно. Скорее всего. Наверное, поэтому им добро, наверное, дали-то на подъем с этой стороны. Господи, кошмар. А люди, кто на работе? Кошмар. Кошмар, я же слезы первого. Кошмар. А, нет, вроде что-то тушится там, да? Стекла падают, рамы эти деревянные. Ой, кто-то... А, это уже пожарники. Пожарники, да, ага. Все пожарники уже внутри. Пожарные уже внутри. Там мужчина этажом 4 был ниже, в открытом балконе. Мама,
дымит там. Пышет, наверное. Две квартиры сгорелось. Или, может быть, кухня и комната.